сколько я себя помню, я тоже занимался горными лыжами. В России или за границей. Но, к сожалению, у нас в основном были только выгоды. То есть мы становились группой и просто гоняли по горам. Один раз даже с трамплинов прыгали из полузасыпанного дома. Но вот именно сейчас я прям чувствую, что по-настоящему работаю и по-настоящему учусь кататься. То, что работает не только учитель, но еще и его ученики, это тоже очень важно. Большое спасибо. Говори, Вань, дальше. За нас, за всех. Говори, не останавливайся. Давай за нас, за